взять надо. Ты домой. Думаю, что заберем, и в принципе никаких сомнений нет по этой серии, что она наша. Ну, по счету пока что мы доминируем 15-0. Это что? Это послушай. У нас шоу «Прослушка ТВ». Фирменная! Это Кальян Николай Садиков! Ну не знаю, команда идеально собралась, все были готовы, заряжены, поэтому так получилось. Момент матча мы уже увидели, поэтому можно просто досиживать игру. Кирилл Попов, что вы скажете? Ну, пока что ведем с хорошим отрывом. Надо продолжать. Таланта больше у них, но у нас больше желания. В первую очередь, я думаю, что подошли с энергией к этой игре и также выполнили все установки главного тренера. Энергия! Кто мяукает? А ну, брыз! Зверинец твой скорее. Сегодня я доволен командой. Очень много задач выполнено, о которых мы говорили перед игрой, во время игры. В прошлом сезоне не смогли выиграть ни одной игры. Также в четвертьфинале, проиграв две «Зениту», в этом наконец-то выиграли и прошли финал четырех. У нас по плану подготовка к финалу четырех, действительно, но она будет происходить таким образом, что мы большой частью команды, которая сегодня была на паркете, поедем в Челябинск играть тур Суперлиги, чтобы на спарринге с серьезными соперниками, со взрослыми, готовиться к играм финала четырех. Там игры будут все очень плотные, все интересные, очень высокого качества. Поэтому также ожидаем, безусловно, поддержки на финале четырех. Приглашаю всех наших болельщиков прийти, болеть за нас.